рассматривая вопрос об увольнении сотрудника, которому после длительной болезни установили инвалидность, следует отметить, что такой сотрудник, если его признали полностью инвалидом, неспособным к труду, в этом случае в справке медико-социальной экспертизы указана первая группа инвалидности и способность к трудовой деятельности третьей степени. Тогда на основании, тогда есть основания для увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Действует пункт 5 части 1 статьи 83 Трудового кодекса.